Он все время добивался получить все необходимое для города. Только благодаря этому возникла такая возможность создать на голом месте, на пустом месте новый город. Он все время старался сделать его красочнее. Строили один квартал, второй, улицы городские, трамвай, озеленение в городе. Он обязал каждый цех химкомбината взять определенный участок в городе и регулярно заниматься посадкой деревьев и уходом за ними. Также был заложен и нынешний вот парк «Семья» благодаря инициативе Лимаева Николая Васильевича. Я думаю, что если будет принято решение присвоить его имя нашему аэропорту, то это будет очень правильно, и он заслужил.